Универсальное отделение Банка Москвы удобно расположилось в историческом центре Видного, рядом с Советской площадью. Девиз банка «Вместе с вами». Поэтому здесь все сделано для удобства клиентов. Круглосуточный банкомат, уютный операционный зал, современный интерьер. Представлен весь спектр финансовых услуг для физических, юридических лиц и малого бизнеса. Офис банка распахнул свои двери для клиентов в последних числах ушедшего года. Порядка 25 счетов расчетных открыли организации. То есть это достаточно хороший показатель за такой короткий срок. Банк Москвы, так как он муниципальный банк, нам удалось уже буквально в преддверии Нового года привлечь даже в депозит средства наших муниципальных организаций Ленинского района. Надежность Банка Москвы подтверждена историей успешной работы не только во всех экономически значимых регионах России, но и в Украине, Беларуси, Эстонии, Сербии, отметил Сергей Кошман на церемонии торжественного открытия, которая состоялась 15 января. Я убежден, что многие жители Ленинского района, организации, предприятия воспользуются возможностью сотрудничества с вами. Перерезав красную ленту, гости отправились осматривать отделение. Примечательно, что появление в Видном нового офиса Банка Москвы – это не только очередной шаг развития инфраструктуры города и создания здоровой конкуренции в данной сфере, но и новые рабочие места для жителей. Весь персонал банка – это жители нашего города. Создание рабочих мест и привлечение на работу наших жителей – для нас это тоже очень важно. То есть еще порядка 25 человек нашли работу у себя в городе. Дома, это значит, не надо будет никуда ехать, а действительно работа будет находиться рядом с домом. С открытием этого отделения банк вышел на очередной этап развития и расширения своей сети в Подмосковье. У нас на этот год очень большие планы. Мы планируем открыть 45 новых отделений. Из них 30 мы планируем открыть в Москве и Московской области. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.